друзья, как изготовить переходную муфту вот на вот эту часть, то есть на рог. То есть в комплекте идет 50-й, а здесь 63-й. В связи с этим не удается возможность использовать эту. Я сделал следующим образом. Муфта, которая продается, где бассейны. Такая переходная, если не ошибаюсь, она, по-моему, 55-я, что ли. Далее мы вставляем сюда. Ну, как бы поджимаем, и получается такой формат. 63-й здесь обжимается. Далее 50-й сюда заходит. Ну, остается только вот это расстояние. И в целом это рабочий формат. Но мне он не очень зашел, понравился. Но он тоже рабочий, можно использовать. Прямо вот доступный, без токарей. Второй вариант. Вот такие штучки продаются или отдаются, вот эти штучки. Их многие дилеры стелса, когда делают шнуркеля, их выбрасывают. А они оказались очень полезными. Значит, рассказываю следующее. Вот эта часть вставляется муфта. Все та же самая муфта, которая отсюда снял. Вставляется сюда, обживается хмутом. Вставляется вот в эту ответную часть. Она идет 63-я, вставляется сюда. Также обжимается также хомутом, как видите, с одной стороны и с другой плотненько так получается. А рог загоняется вот отсюда, вот сюда где-то примерно. Вот как раз у меня линия отреза. Вот так получается, наверное, вот так. То есть я его отрезал. И далее, соответственно, он что? Зашел плотненько, плюс обжал его хомутом, он никуда не девается. И для пущей уверенности еще прям обошел прям плотно по кругу изолентой. И он стоит прям вообще обалденно. Это вариант номер два. Вариант номер три. Используем все те же уголки гепардовских трубок шнаркелей, которые не стоят у них обычно вот здесь. И вот здесь. Ну и дилеры их выбрасывают за ненадобностью, потому что их никуда не деть. А они, оказывается, пригодились. Можно сделать вариант следующий. Вставляем их сюда, они прекрасно заходят. Далее здесь есть такая бассейная труба 50-ка. Тоже, кажется, она... Сейчас достану ее. 50-ка. Вот, значит, все получается у нас. Она вставляется и очень плотно заходит в эту часть. Я прям быстренько накидал в эту часть. И получается далее, что картина следующая. Он у вас вот так же стоит, и вам остается только фактически вставить всю ту же самую переходную муфту, которая у нас уже используется, и соединить ее с помощью гофры гибкой, которая, или каким-то другим удобным способом для вас, что у вас осталось. Все, и тоже готово. Но прикол в том, что, как вы можете заметить, здесь диаметр подачи воздуха гораздо больше. Ну, можете посмотреть, да, здесь какой-то там 45-50 такой плоскенький, не очень, то здесь гораздо больше. Вот, ну, решил я использовать вариант пока стандартный, тогда дальше посмотрим, если там можно переделать, это делов-то, как говорится, немного. Как-то так.